Так, а девочкам понравилось прыгать на кровати. Ребята, давайте наберем под этим видео 1000 лайков. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем привет! Мы сегодня едем в Сочи с Юлей, Лешей и Алисой. Сейчас 5 утра, на улице туман. Мы ждем такси. Юлечка замерзла. Сейчас мы будем садиться в поезд и поедем в Сочи. Девчонки уже замерзли, хотят побыстрее сесть в вагон. Кто любит наши видео и ждет наши влоги каждый день, сразу ставьте лайк. Едем, проехали половину пути. Девчонки спят. Буду пить кофе. Едем прямо вдоль моря. Водичка такая прозрачная. Корабли стоят. Алинка уже проснулась, поспала немножко, а Юляшка еще спит. Еще одна станция? Еще три станции. Хитрюшка. Смотри море, Алина. С той стороны море видно. Когда мы приедем? Хочешь пойти посмотреть? Нет. Алинка уже не знает, чем ей заняться. Шопкинс хочешь купить? Хорошо, купим. Хи-хи-хи, вот тебе хи-хи-хи. Смотрите, какое все зелененькое. Ай, обалдеть. Это магнолии, да, и кипарисы? Да. Алиса проснулась. Девчонки все проснулись. Смотри море, Алис, видела? И там ловятся рыбы, крокодилы. Крокодилы? Крокодил не ловится, не растет кокос. Крокодил. Девчонки будут открывать свитбоксы. Барби. Юляшка, возьми себе тоже. Потом это. Мама, а ты пока открой игрушку. Это мармеладки. И игрушка. А что, Юля, Юляша, у тебя? Сейчас поможем. У Юли тоже свитбокс Барби. Открыть тебе? Покажите, что вам попалось. Алисе попалась вот такая куколка Барби. Алинка, покажи, какая тебе попалась. Она у меня уже, оказывается. Вот такая попалась Алине. Да, у Алисы такая есть, она сказала. И у Теи такая же есть. Покажи, какая есть у Теи. Вот такая художница. Вот такая у художника ты. Да ты что? Юляша, ты обиделась? А на что ты обиделась? Почему? Почему обиделся ребенок? Алиса села ко мне на ручки, один, а Юля обиделась. Три, четыре. Четыре, да. Один фильм. Сочи парк, дельфинарий, он же там, Сочи парк. Там качельки есть, все есть. Видели с Алисой, что, почему в лесу деревья? Их не бывают. Как не бывают? Ой, кто-то балуется у нас. Уже надоело ехать девчонкам. Алиночка, Алина. Алина, сейчас высадят из поезда. Пойдете пешком. Вау, 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 вау. А Юляша, аж глаза загорелись. Да, Юляша не сбы баловаться. Юля, кто балуется там? Кто? Это очень просто. Мы так же заходим. Кто балуется? Юль. Мы так же хотим сразу устроить. Устроить. А я могу так. Нашла! А посмотрите, как я умею. Эй, ты мягкий. Я только еще устала. Сразу заснула вчера. Разбудили. Повезли куда-то, да, Лин? А я спокойно спала. Девчонки смотрят в окошко, уже устали. Желтый! Черепашка! Где ты увидела черепашку? Вот озеро. За окном все такое зеленое. Как канат.
мы уже подъезжаем. Нам мама, осталось полчаса. Можно мне прокатиться в Сочи на канате? На канатной дороге? Да. Можно. Ура! Я тоже хочу. Тоже поедешь? Ну там хватит местечка. Местечко хватит всем. Приехали в Сочи. Поедем немного дальше. Краб. До Адлера. Краб. Краб? Ты краб? Вот так, краб. Три крабика маленьких. Приехали в Сочи. Ехали 5 часов. Взяла. Алинка хочет купаться. В море холодно еще. Все ехали на лифте, а мы с Алиной шли пешком. На большой машине. Сели в автобус, сейчас доедем до нашего отеля. Я же могу с вами. Юль, ты поедешь? А, тут в кассу надо оплачивать. А, в кассу оплачивать? Понятно. Проезд стоит 100 рублей. Едем к отелю через парк Олимпийский. Это наш отель «Богатырь». Мы в нем будем жить. И тебя сейчас посадим. Садитесь. Здесь продаются сувениры. Сочи парк сегодня закрыт. Скорее всего, мы пойдем в Сочи парк завтра. Здесь очень красиво. Алин, смотри, какое красивое дерево, как сказочное. Видела? И цветочки. Пойдем заселимся и пойдем гулять. Срывать нельзя, ты что? Спасибо, заходите. Это наш отель. Помнишь, мы здесь летом были? Как здесь красиво. Пойдемте спросим, заселят нас сейчас или надо ждать. Поднимаемся в наш номер. Пойдемте искать номер. Поворачивай, Юляш, поворачиваем, поворачиваем. Поворачиваем. Ты хотела в другую гостиницу, мы в нее завтра поедем. Завтра в нашу гостиницу, в которую ты хотела, поедем. А это другой отель. Мы уже обошли весь отель. Нету, да? Где указание? Куда это идти? Не знаю. Я сказала сюда и до конца. Да? Может, вы что-то там еще какой-то угол? Может, вы не дошли? Пойдемте посмотрим. Там еще. На уголь, по-моему, да, пошел уже? Не, Лёк, сади, я проведу. А где-то просто... Это же электрический этот ключ. Замок. Нашли номер свой. Сейчас будем заходить. Леляська, ты идешь? Давайте пройдем, давайте посмотрим. Пройдем. Что мы встали все? Наверное, все номера одинаковые. Да нет, это самый маленький номер, да? Это самый маленький номер, да, который здесь есть. Ну, красиво. Да, да, красиво. А Юле понравилось. Юля как на батуте. Ну что, Юля, нравится тебе? Мне очень нравится, очень красиво. Мне тоже нравится. Так, а девочкам понравилось прыгать на кровати. Пока я отвернулась, девчонки прыгать опять стали. Держите, Шопкинс. Юляша, Алиса. Сюрпризики. Спасибо, нужно сказать, а? Спасибо, мамочка. Спасибо. Будете сразу их открывать? Кому что попалось? Динака, у меня розовая. У тебя розовая. Алис, кто тебе попался? А, еще пакетик надо открыть. Показывайте, что кому попалось. Юляшке попался тостер или что это? Алис, тебе что попалось? Алисе попалась ванна с пузырями. Держи. А Алинке скейт. Можно я поставлю, а где мы будем спать? Еще не готов номер, Алиночка, только один номер готов. На улице открытый бассейн, а там Сочи парк. Идем гулять? Пойдемте выход искать, девчонки. А как, там стекло. Кому лифт, кому лестница. Пойдемте. Я
А девчонки от нас убегают. Один раненый уже. Девочки, нам сюда. Пойдемте. Смотри, какая камера огромная. Видишь? Да, вижу. Обязательно сейчас сделаю, Алин. Так, сюда. Юля, сюда. Так, Юля вспомнила. Она не знает, куда, и туда, или сюда. Смотрите, какое здесь окошко, как в замке. А где все? Алинка, где все? Алиса, где папа, Леша? На лифте приехали. Пойдем их искать. Это холл. Здесь люстры такие большие. Люляшка. Алин, смотри, какой рыцарь. Мы приехали в отель. Мы будем сегодня ночевать в отеле «Богатырь». Это отель 4 звезды. Заселение здесь 2 часов, но нам пошли на уступки и дали номер. Хотя сейчас только 12 часов дня. И мы уже вышли гулять. Номер покажу вам чуть позже. Идем в сторону набережной. Алинка идет пешком. Юляшка в коляске. И Алиса в коляске. Алисе взяли на прокат, ножки устали. Алин, ты сядешь к Юле в коляску? Нет? Алина уже залезла на ручки. Да еще на велосипед. Летом здесь очень много народу ходит, а сейчас никого. А это наш отель издалека. Очень красивый отель, выглядит как замок. Нас встретил очень приветливый персонал. Все, мы вышли на набережную, вышли к морю. Идем сейчас гуляем. А на море сейчас не купаются, Алин, холодно же. Вот здесь пляж отеля «Богатырь». Идти до пляжа буквально 5 минут. Юля, соска нужна, подожди. Юля нужна соска, да? Кое-как уместились в одной коляске. Девчонки уже устали. Никто не может идти пешком. Иду! Иду! Алиса тоже в колясочке. Алиса! Алиса! Алинка, посмотри, как я умею. Где ты, Алиса? Мы тебя не видим. Алинка тоже так может спрятаться, потому что у нее вообще места нет. Здравствуйте. Где Алиса опять делась? Здравствуйте. Так, теперь Алине также надо. Здравствуй, Алина. Мне понравился вот этот отель. Парк-отель «Арфа». На протяжении всей набережной сделана велосипедная дорожка. И люди передвигаются кто на велосипедах, кто на мопедах. Что еще на чем? Деревья здесь очень красивые. Зеленый-зеленый. Юляшка едет, Алинку обнимает. Девчонкам неудобно, но пешком пройти такое расстояние они не могут. Не даем привет мне еще. Пришли в кафе перекусить. Тогда обувайся, Алин. Девчонки будут кушать макароны с мяском. И Юляшка тоже. А я буду кушать салат. Это в столовой. Стоимость обеда здесь выходит 250 рублей. Это сок. Компотик твой. А ты мой компот? Это твой компот. Идем обратно. Юляшка будет спать. Алинка сидит впереди. Идти нам далеко. Потому что мы дошли почти до границы с Абхазией. Алин, тебе нравится в Сочи? Да. Посмотрите, как дети едут. Спят. В одной коляске. Идем по набережной. Прибежал вкусненький пончик. Пончик, покажитесь, мама, пожалуйста. Я клубника. Алина, клубника. А это пончик. Это цветочек. Вот ты видишь? Это наш номер. Мама, вот.
Вот мои носочки, я положу. Клади. Отнеси на место, Юлечка. Девчонки разуваются и заходят. В номере большая кровать. Вид из окошка на бассейн. Здесь душевая кабинка. Девчонки будут играться. Во что вы будете играть? Шопкинс, Алина? Да, я хотела положить из куртки в шоп. Давай, сейчас я тебе достану. Мы можем посмотреть. Хорошо. Здесь две раковины у нас. Мне номер очень нравится. Мам, положи сюда карту нашу. Да. Положи карту нашу. А карта наша свет делает. Мы вставили ее. Вот видишь, мы ее поставили вот сюда. Когда карту вставляешь, свет включается. В одном из номеров вот такой огромный балкон.